Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий. Под таким именем будущий свидетель Русской Православной Церкви известен мировому сообществу как блистательный хирург, светило медицинской науки. Самый главный труд его жизни – очерки гнойной хирургии. До сих пор его научными изысканиями пользуются медики всего мира. Эти достижения детально отражает экспозиция в Перми. Событие стало частью романовских дней, в рамках которых ежегодно проходит серия мероприятий в память о династии. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, выставка переносная и будет проходить также и в медицинских учреждениях региона. Самое положительное, почему? Потому что у нас наука один из самых почитаемых святых в нашей стране. И это и основатель гуманной хирургии, человек, который действительно очень много сделал время мировой войны, несмотря на все гонения. Центральным событием форума стали пятые ежегодные пермские научно-образовательные чтения «История императорского дома Романовых». Они прошли в рамках 410-летия Великой династии и юбилея краевой столицы. Расширять императорский маршрут в Пермском крае. Нужно сказать, что Пермский край вообще впереди, потому что императорская линия проложена только в Перми пока. Другие регионы только собираются это сделать. В этом году в Перми опять приедут дети по программе «Моя Россия». Дети посетят этот музей. У нас образовался целый квартал, посвященный императорскому дому Романовых, великому князю Михаилу Александровичу. Потому что от Бюста мы проводим от набережной, да, идем, благоустроена уже целая улица. Напомню, событие представляет собой комплекс научно-просветительских мероприятий. Романовские дни в Перми проходят ежегодно в дни памяти великого князя Михаила Александровича, убитого неподалеку от города в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.